Могем мы начинать? Да, можно начать. Ага. Всегда в образе главные действующие лица театра сегодня вышли к журналистам, чтобы рассказать о грандиозном событии в театральной жизни города. В Владимире свои спектакли покажут 16 театров со всей страны, а также из Республики Беларусь и Казахстана. А спектакли-то, о, великое множество! Вот, слушайте, название перечислим. Мио, мой Мио. Спящая красавица. Извините, это опечатка у нас тут. Это... Какая опечатка? Это на лбу у тебя опечатка. А спектакль так и называется. Спящая красавица. А еще маленьким владимирцам покажут «Золотой ключик», «Госпожу Метелицу», «Золушку», «Чиполлино». Наш театр выступит на фестивале со спектаклем «Синяя птица». Помимо театрализованной программы, зрители ждут встречи с артистами, мастер-классы, творческие акции. Одна из них – торжественное шествие участников фестиваля. Кукол, задействованных в спектаклях, проведут от театральной площади до кукольного театра. Парад состоится в 11:00 23 сентября. Что касается спектаклей, то показывать их в рамках фестиваля будут на трех площадках во Владимире, в самом кукольном театре, на сцене театра «Разгуляй» и «Одри». Еще несколько постановок покажут в районных центрах в Камешково, Муроме и Гороховце. Подобный фестиваль в нашем городе планируют сделать традиционным, только проводить его в будущем, хотя в другом формате. Руководство Владимирского театра надеется организовать у нас фестиваль художников театров кукол. Фестивалей обычных театров кукол очень много по всей России. Настолько много, что даже я вот лично их всех назвать не могу. Но мы хотим сделать такой фестиваль, который будет единственный в России и который будет нужен всем, для всех, для обмена опытом, для заключения разных контрактов. Сейчас в самом театре идет активная подготовка к фестивалю и новому сезону. Проводятся масштабные ремонтные работы. В обновленном виде предстанет вход в театр, а также фойе на первом и втором этажах. Артисты же готовятся к премьере. Сразу после завершения фестиваля в кукольном театре презентуют спектакль «Собор. Белокаменная фантазия». В целом этот сезон будет насыщенным. На Новый год поставят «Золушку», в феврале «Матрёнин двор». Ко дню защиты детей «Красную шапочку» – это будет театр на подушках для самых маленьких зрителей. А завершат сезон спектаклем о Винни-Пухе. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».